А вы где храните вот эти призы? Как вот они у вас, есть специальные полки? Нет, как у меня специальная мебель для этого. Я мебель заказывал у своих друзей, чтобы она у меня была такой, чтобы призы стояли на виду. Ничего я не прячу, все на виду. Я мимо них хожу, смотрю, радуюсь и горжусь. А место для телевизора есть у вас? У меня 3 телевизора. 3 телевизора? Да. Зачем? Я же актер. Ну, помимо нашего канала, что вы смотрите еще? Ой, ну, я редко смотрю, но я ТВЦ люблю, Россия 24, вот это... Правильный ответ. Вести 24, очень люблю. Конечно, ТВ-1000, фильмы художественные смотрю, вот, потом, я не знаю, как он называется... Треугольник-то бегает. То есть вы отсматриваете телевизор для того, чтобы снимать технику, то есть смотреть за вашими коллегами, кто как играет. И, чисто утилитарное такое или для удовольствия? Вы смотрите просто для удовольствия? Да, просто. Мало того, вот у меня есть, опять, почему я возвращаюсь к театральной своей жизни, потому что у меня есть спектакли, они все импульсивные, очень подвижные, и я спать не могу после этого. Я прихожу домой, и, конечно, я покупаюсь, чай пью, я кино смотрю. Я много удовольствия получаю от телевизора, а информации получаю меньше, потому что она мне скучна, и она однотипна. И потом мы на нее влиять не можем, на эту информацию. Нам сказали, и что с этой информацией делать, я не знаю. А тут я включил кино посмотрел. А говорят, кино нельзя смотреть по телевизору, кино надо смотреть. А у меня большой экран. Да? А когда последний раз вы в кино были? Вот просто в зале сидели, как простой смертный, со зрителями смотрели. А, это вот «Шпион». Угу. Был на премьере «Шпиона», где танго танцует. То есть это почти год назад? Да где год? Нет? Ну, чуть поменьше, наверное. Да. В театре России. То есть кино вы не ходок при этом? Редко. То есть как метро проехаться? Люблю ходить в кино, но вот редко хожу сейчас. Угу. Понятно. А что-нибудь вы читаете или нет? Или... Нет, сейчас не читаю. Кроме сценария. Вы сценарий-то, наверное, читаете, да? Но... Это, я думал, что вы имеете в виду художественную литературу. Вот открою вам опять еще одну проблему. Понимаете, какая вещь? Когда актеры спрашивают, а что вы делаете в свободное от работы время? Я сейчас старшего сына выпускал 25 листов печатного текста. Порфирий Петрович сейчас репетирую «Преступление и наказание» в театре Моссовет. Я уже от текстов устал. У меня буквы, как мухи перед глазами. И меня уже тошнит от заучивания. И когда мне говорят, что я делаю свободное от работы время, я говорю, конечно, лукаво, игриво. Возьмите любое стихотворение Пушкина и начните учить наизусть. И зафиксируйте время. А тут такие тексты. И, конечно, я читаю сценарии, я читаю пьесы, предложений много. Но я разборчив. Но вы же, очевидно, не заучиваете тексты. Вы же человек импровизации. Вы же наверняка... Нет, импровизация – это все равно результат некой программы, заложенной с режиссером. И импровизация не может быть без работы, без процесса. Я учу текст. Угу. Обязательно. Я очень бережлив к тексту. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».